чем прячем изборина. Путь ведет в сердце, сердце джунглей, джунглей. Следуй, следуй по пути. И найдешь, найдешь ответ. Что за черт? Ты проснулся, но не полностью. Рука обездвижена, чтобы сделать тотал. Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. Ты вправе забрать мою жизнь, но и я вправе забрать твою. Джейсон. Мангау. Лаба-лаба. Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау позволит тебе раскрыть твою суть. Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Я освобожу тебя. Куда я тут? Я нашел тебя на берегу. Хорошо, в деревне Манаки. Красиво тут, а? Саламат, Тенгахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васас. Твой побег – знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Тракиат, жители острова, приняли меня. И я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот, деньги на оружие. Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше ни в кого не стрелял. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. Что желаешь купить? Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение. Отлично, пойдем. А там поверь. Здесь силы исходят из джунглей. От острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь.
Вышки нужны Васу, чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Да, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. Наверное, это радиовышка.